Известный режиссер Константин Богомолов разместил в личном аккаунте Instagram снимки, где 38-летняя ведущая запечатлена на отдыхе под пальмами. Она смотрит на солнце, а солнце смотрит на нее. И они ужасно любят друг друга. С днем рождения! Так поэтично и трогательно Богомолов написал под фотографией. Светская львица тут же отреагировала на поздравление и ответила словами благодарности в адрес своего супруга. Стоит отметить, что бракосочетание пары было одним из самых запоминающихся событий этой осени. Молодожены явились в ЗАГС на катафалке, а вечером телеведущая исполнила приватный танец.